А специалисты российского Минюста не могут провести экспертизу по делу Расула Мирзаева. Чемпион мира по боевому самбо обвиняется в убийстве московского студента Ивана Агафонова. Эксперты не смогут ответить на вопросы суда, поскольку они не входят в их компетенцию. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции. Замоскворецкий суд Москвы ранее назначил новую комплексную экспертизу по делу Мирзаева. Предстоит выяснить, стала ли гибель Агафонова следствием удара спортсмена или это последствия удара юноши об асфальт. Из-за того, что точка в этом вопросе так и не поставлена, вынесение приговора по громкому делу ранее было отсрочено. Напомню, 13 августа прошлого года у ночного клуба «Гараж» в Москве между Мирзаевым и Агафоновым произошла ссора. Спортсмен ударил студента по голове, после чего тот упал. Через несколько дней юноша скончался в больнице.